Крылатая фраза «труд облагораживает человека» актуальна и по сей день. Большую часть времени мы проводим на работе, знакомимся с новыми людьми, заводим дружбу с коллегами, узнаем много нового, развиваем свои профессиональные навыки, а значит и развиваемся сами. С 2002 года, традиционно в апреле, Московская область отмечает День труда. Праздник, посвященный всем людям, которые изо дня в день в той или иной сфере улучшают жизнь своего района и региона. Хотелось бы их поздравить в этот день, чтобы было здоровье, чтобы труд, которым они приходят, тот день, работа, радовала, будем говорить, чтобы люди шли туда с настроением. От этого и будет, соответственно, и итог твоей работы. Как говорится, чтобы на работу шли как на праздник. Вот, потому что достойный труд – это благосостояние и человека, и развитие нашего района, области, вообще всей страны. Кем бы ни работал человек – врачом, строителем, актером, водителем или бухгалтером, чтобы начать свой профессиональный путь, всем им пришлось пройти через руки людей одной из самых важных специальностей – учителя. На плечах преподавателей школ и вузов лежит огромная ответственность – воспитание будущего страны. От учителя зависит многое, потому что это и профессия будущего, и вообще становление человека, воспитание, образование – все это… Дети – наше будущее. Поэтому можно сказать, что профессия учителя-воспитателя – это профессия будущего поколения. На торжественном мероприятии в честь Дня труда в детской школе искусств собрались, пожалуй, самые трудолюбивые жители Ленинского района. Награды, которые гости праздника получили из рук первого заместителя главы муниципалитета Дмитрия Волкова, депутатов Московской области Владимира Жука, это не просто знаки внимания, это стимул развиваться и добиваться больших побед на благо своего района. Ленинский район находится в лидерах, в авангарде стратегии нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Мы видим, что очень многое здесь делается, строятся объекты социальной инфраструктуры, дорожные работы, благоустройство, объекты здравоохранения и так далее, и так далее. Я уверен, что впереди у района очень хорошее будущее, и все вы будете участниками этих событий. Можете вписать и наверняка впишите страницы в летопись Видновского края. Главное, чтобы на все хватало сил, но, кажется, у этих передовиков производства есть самое основное, что позволяет много трудиться – любовь к своей работе. Что называется, найдите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в жизни. Воскресенье на базар ходила, понедельник рано печь топила. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Видное ТВ.